Сегодняшняя тема. Постоянный беспорядок в квартире негативно влияет на психику проживающего в ней человека, заявила РИА Новости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. Бардак может вызывать чувство тревоги, рассеивать внимание, способствовать снижению самооценки и появлению усталости. По словам эксперта, особенно опасен беспорядок для людей, которые имеют внутреннюю установку, какими они должны быть, чтобы считаться хорошими. Такие люди уверены, что у хорошей хозяйки кухня всегда блестит, и что нельзя жить в таком свинарнике. И если эти правила не выполняются, человек испытывает вину и стыд. Это сказывается и на самооценке, появляются мысли о никчемности, что может спровоцировать развитие депрессии. 15 простых и надежных способов противостоять стрессу в нашей галерее, Двоскина посоветовала в таких ситуациях обращаться к психологу или психотерапевту. Кроме того, она рекомендовала превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания. Это позволит сократить энергозатраты, сохранить силы и время, пояснила специалист. Ранее Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности. Фото, депозитфотос.ком читайте также, 8 ошибок мышления, которые делают вас тревожными, в антидепрессантов не было, как справиться со стрессом постиранные вещи нельзя сушить в квартире смотрите наше видео. Будь здоров и подписывайся на наш канал.